Шнайдера, но мяч можно обработать. Швейцарец подает штрафную, опасно, могло быть, едва не отскочил мяч к Тевесу, а тут какой великолепный рывок, ничего себе, это на регби похоже, удар поворотом, гол, ничего себе, в это поверить совершенно невозможно, но Перес забивает, Рубен Перес, что творит? Вот это рывок. Действительно напоминает регби или американский футбол, когда после перехвата выхватывает зону, видит ее и совершенно не собираясь останавливаться, несется по бровке человек и так и заносит мяч в чужие... Это не Рубен Перес, прошу прощения, Бруно Перес.